Год оздоровления щитовидной железы. Хочу поделиться опытом излечения узлов на щитовидной железе. Несколько лет назад врач-эндокринолог обнаружила у меня узелок. УЗИ подтвердила диагноз. Через какое-то время врач сказал, что узелок растет, предложили операцию. Я отказалась, так как в моем возрасте, а уже 72 года, подобная операция слишком тяжелое испытание. Однажды я разговаривала с одной женщиной, и она посоветовала делать компрессы на щитовидку из мочи. Она тоже от кого-то слышала об этом. Придя домой, я сразу же принялась за процедуру. Делала каждый день. Примерно через неделю меня осенило. Почему бы в мочу не добавлять несколько капель йода? Обязательное условие для компрессов – тряпка должна быть красного цвета. И ее нельзя стирать в течение лечения. В моем распоряжении было 4 месяца. Направление мне дали в апреле, а на УЗИ поставили на сентябрь. Когда после УЗИ с заключением я пришла домой и стала его читать, как говорится, у меня отвисла челюсть. Узла не выявлено. Врач прочитал заключение и спросила, куда они девали узел. А я ответила, надо уметь с ним обращаться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!